Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 августа. Хочу еще показать вам Дебарао черный, потому что, может быть, многие так же, как и я, думают, что он должен быть черного цвета. Я почему-то ожидала увидеть черный в конце сезона томатики, но нет. Я вот почитала статьи и сейчас убедилась, что он не черного, а просто так же, вот как я вам говорила про негритенка, какой-то грязно-красный цвет, то есть он все-таки покраснел со временем, но вот с таким с темноватым отливом. Я пока сейчас все их не общипала, они уже поспели и опадают, я их сейчас буду оббирать. Я хочу показать вам, вот только что была хорошая такая кисть на 12, по-моему, даже вот этих томатов, но они отсыпаются сильно, у меня уже поспели, тут солнце. Ну, Дебарао, это классика, все знают, что он очень высокий, он двухметровый, он у меня вот к забору привязан. Вот эти кисточки, они идут на всей длине вот этой двухметровой. И если осень будет теплая, то он будет выше, выше, выше все образовывать, эти кисти. Вот это вот Дебарао черный, который есть желтый, есть розовый. А вот это Дебарао черный, он какой-то смесь красного с черным. Вот такие вот очаровательные томатики, которые, я уверена, идеально подойдут и для консервирования, и для всего. Когда я их оборву, я потом внутри посмотрю, вам расскажу. Все, до свидания.